Время. Красиво, эстетично и по-новому. В 2016 году улица Миши Балакирева для кринчан станет так называемым центром притяжения. Именно с этого места и начнутся масштабные работы по архитектурному оформлению будущей пешеходной зоны. Для обсуждения уже утвержденного проекта прошло выездное совещание главы района с главным архитектором области. Будет вот так. То есть мы все-таки вот такой единый стиль согласовали. Светлости. Здесь надо только террасочку предусмотреть. Клин выбрал классику в пастельных тонах. Первыми поменяют облик улицы Миши Балакирева и сквера Афанасьева. Согласно проекту, кардинально изменятся фасады домов. Первые этажи реконструируют в едином стиле. Это замечательная идея, и наша задача общая в будущем году ее реализовать. Есть очень интересные планы по благоустройству. По замыслу архитекторов, сквер Афанасьева должен стать настоящим кислородным оазисом города. В зоне отдыха дополнительно разобьют газоны и клумбы. Появится еще один фонтан, а по периметру пешеходной зоны разместятся летние кафе. Здесь такая крытая зона, ну как, относительно крытая она у нас из живых растений, деревьев будет сделана. Ну, полностью здесь вообще будет все по-другому. Здесь все полностью вымощено будет, и здесь будет перекрываться. Дзержинского, Новую, Литейную и Крюкова также ждут изменения. Эти улицы образуют так называемую пешеходную зону. Она продлится почти 1,5 километра. Именно здесь появятся яркие архитектурные объекты, которые наглядно отражают стиль города. Урбанизму не очень как-то. Он к хай-теку не очень, понимаете? У нас все-таки классика, классическое направление, новые материалы, да, новые конструкции, да. Но все это должно быть в гармонии с учетом того, чтобы это было не кричаще, не визжащее, не вызывающее какого-то негатива, чтобы это действительно было такое восприятие гармонии, спокойствия. Согласно проекту, полная реконструкция пешеходной зоны завершится в 2018 году. За это время должны измениться и другие центральные улицы города. По мнению главного архитектора, место торговых точек должны занять гостиницы и туристические комплексы. Очень важный, наверное, момент – это развитие гостиничной инфраструктуры в городе в целом, потому что любой город, интересный город для посещения. Очень важно, чтобы здесь было где переночевать, где остановиться, чтобы можно было проводить здесь время не одним днем. Если все задуманные планы будут реализованы, то Клин, безусловно, будет выделяться на фоне всех подмосковных городов. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.